Как вам было сегодня играть при пустых трибунах? Тяжеловато. У нас начался новый этап нашей команды. Был инженер, стали крылья советов. Новая страница. Стали играть при болельщиках, появилась такая возможность. Каждый матч у нас появилась своя фан-группа определенная. Тяжеловато было. Уже как-то привыкли играть при полных трибунах, грубо говоря. Не хватало нам, конечно, их. А так, в принципе, чувствовали их присутствие все равно. Так что справились нормально. Вы сегодня работали большую часть игры. Что это случилось? Это что-то с защитой? Нет, нормально все было с защитой. Просто команда создавала острые моменты, соперник. Поэтому, мы играли в свой футбол. У соперника получалось создавать острые моменты, не получалось забивать, к сожалению. Поэтому все буднично. Да, действительно, счет получился с такой большой разницей. Это все-таки косяк соперника или вы молодцы? Опять же, я повторюсь, наша команда новая страница. Перевернули страницу новую, начинаем писать историю. Начинает появляться какая-то стабильность в игре команды в хорошую сторону. Не сдаем оборотов, продолжаем так же, вперед к чемпионству, вперед за крылья.